Всем привет, это игра Mortal Kombat 1, шестой сезон вторжения рептилии. Я вот допрохожу локации. Сегодня вот сейчас буду допроходить живой лес. Тут еще обычно вот в этих вот закрытых местах бывают эти всякие секретки и еще и испытания. Три противника. Блин, я забыл себе поставить пердежный талисман. Прикольно. Вот там у этого, у Матара бруталити открылась, да? Сейчас давайте посмотрим. Интересно. Только я талисман заменю. Да, и ключик я тоже подкупил. Куда тут? Сюда, что ли, сначала сходить? Кузница. Зачем мне кузница? Все, никуда больше не могу. Почему он показывает направо? Ладно. О, погодите-ка. А, тут тоже с этой стороны, да? Ладно. Запомню. Блин, почему она такая это? Толстая. Забавно. Стоп. Добивание. Brutality Camel. Удерживать кнопочку. Так, вперед. А, вниз и кнопочку Camel. Провести последний удар с поздним приемом оставляет турель. Понял. Еще удерживать ее. Блин.
Прикольная. Бруталка. О, смотрите. Дали насмешку еще. Ли Мэй, 25 уровень. Ага, вот, требования Джейд, там нужно что-то сделать. Какие-то сильные удары ногой. Сделать много раз сильный удар ногой стоя. Попробуем. Сильный удар ногой. Fight. Такой, что ли? И вот такой. А этот, кстати, прям это прикольный Матару. Есть. Зачлось. Excellent. Опять дали какой-то талисман, капля яда. Ну, я смотрю, тут и без талисманов нормально дамаг идет. Так, здесь все. Капля яда. И что он дает? Пук. В двух местах эти ворота были закрыты. Так, если не знаешь, ты там раз прошел и все, и ушел, а тут оказывается еще резвый хвост. О, смотрите. А, это броня, получается. Fight.
Блин, что-то сервак тупит опять. Что-то получается, вот еще один сундук нужен и 5% допройти в живом лесе. Испытание. Или мэй, что ли? Так, используйте приемы небесный фонарь и вспышка сверхновой. Так, вниз-назад. Чтобы уничтожать цели. Не понял. Вообще не понял, как это делается. А, все, понял. По фонарикам нужно стрелять. Да, жесть. Запускаешь сначала фонарик, а потом по нему еще стреляешь в прыжке. А я, кстати, и не знал, что фонарики можно так взрывать. Вот сундучок, которого не хватало. Давайте посмотрим. Какая-то реликвия новая. Ваши атаки получают 5% вероятности нанести вдвое больше. Также еще есть процент нанести 0 урона. Короче, непонятный талисман. Так, все что ли? Сейчас проверим. Ну да.
100% и 7,7 сундуков. Ну все, живой лес пройден. Получается, ушло у меня надо проход живого леса 15 минут с небольшим. Плюс там еще это были испытания. Испытания тоже проходил, но я там особо много не застрял. Ладно, если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока, и продолжение следует. Тут, кстати, была еще секретка вот в этом, в доброходе живого леса.